Приветствую всех зрителей. Сейчас для вас сниму короткое видео. Быстро расскажу, что это за наушники, как они подключаются, сколько стоят. Итак, начнем с самого главного. Стоят эти наушники 350 гривен. Я живу в Украине, поэтому все расценивается в гривнах. Чтобы вы понимали, это примерно 15 долларов. Самые бюджетные наушники и самые крутые в своей ценовой категории. Фирма Atlanfa, китайская, ясное дело. Итак, все это дело у нас пластмассовое, кожзам. Внутри, я так понимаю, по дуге идет металлическая пластина. Вот ее выступы. То есть мы здесь регулируем каждый под свою голову. Все как положено. Итак, что у нас здесь находится? Когда вам звонят, вы нажимаете, во время прослушивания музыки вам звонит кто-то, вы нажимаете и общаетесь. Здесь есть микрофончик. По нему вы общаетесь. Микрофон раз. Включить-выключить два. Это отверстие для того, чтобы вы прослушивали музыку с провода. Это зарядка. И, соответственно, переключение треков. И если вы задерживаете, то есть вверх приподняли и задержали на несколько секунд, здесь вы будете регулировать уже громкость. Итак, давайте посмотрим, как это все дело подключить. Здесь мы нажимаем «Подключить». Загорается синяя кнопка. Соответственно, в телефоне вы включаете «Включить Bluetooth». Если у вас ноутбук, допустим, вы от ноутбука тоже можете смотреть YouTube-видео, подключив его через сопряжение Bluetooth ноутбука. И зарядка здесь довольно быстро заряжается. Полчаса, час, хватает его где-то часов на 5. Ну, в общем-то, все такое. Итак, я нашел RB. Короче, он уже у меня автоматически подключился, потому что я ранее уже подключался. Заходим в музычку и слушаем, так сказать. Так, так, так. Допустим, вот. Ну, чтобы вы понимали. Все четко работает, звучание на удивление за 15 баксов очень даже отличное. Вот я вам честно скажу. Все. Музыку слышно? Нажимаем здесь просто в сторону. Уже другая песня. В сторону. Другая. То есть здесь автоматически на вашем смартфоне переключаются треки. Все, друзья, все довольно просто. Надоело вам это дело слушать? Отключили Bluetooth. Отключили здесь музыку. И все, до свидания, до следующего прослушивания. Все, отключил. И синяя мигалка погасла. Все, до свидания. Все, друзья, спасибо за внимание. Вот такой был, получился, коротенький обзорчик. Всем удачи, успехов. Рекомендую к покупке, у кого с деньгами напряжно. И пользуйтесь на здоровье. Всем пока.